1 января на территории Подмосковья проводится мусорная реформа. Новые правила обращения с ТКО затронули все сферы деятельности муниципалитетов. В ручном режиме руководители округа и представители Министерства ЖКХ пытаются выработать механизмы эффективного взаимодействия с региональным оператором. На территории Одинцовского района действует территориальная схема работы с отходами. Она утверждена правительством Московской области. Схема содержит в себе все точки перевалки и накопления мусора. На территории нашего района утверждены несколько перевалочных пунктов и нету ни одного пункта по накоплению отходов и захоронению отходов. Сейчас документы находятся на доработке. В самое ближайшее время между муниципалитетом и региональным оператором будет выстроена система единого механизма вывоза и обращения с твердыми коммунальными отходами, что позволит сделать работу более эффективной и комфортной как для жителей, так и для округа в целом. Схема санитарной очистки утверждена 1 августа. На сегодняшний день получены по ней замечания регионального оператора, и сейчас ведется работа по ее модернизации в соответствии с теми рекомендациями, которые дал региональный оператор. Есть множество нестыковок, которые у нас на сегодняшний день выявлены. Особенно это касается тех территорий, на которых есть СНТ и ИЖС. Вот. А по МКД у нас основной вопрос – это привязка всех юридических лиц к контейнерным площадкам в рамках данной схемы санитарной очистки. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».